Мои дорогие, запыхалась. Приехали мы домой с прогулки. Ссылка на видео нашей прогулки на море оставлю внизу. Заехав в Лиду, что мы купили? Я первый раз в жизни купила вот такую вещь японскую. Буду пробовать. Рисовая водка. Никогда не пила. Но для меня это, конечно, много. И Вайс решил тоже попробовать. Опять же, что-то восточное. Какие-то блинчики с чем-то. Замороженные в холодильнике. Стоили где-то 98 центов. И американские вот такие вот хреновины. Тоже попробую сейчас. Вот такие вот. Сода. Сода 6 штук. Coca-Cola Light. Так, Дин купил себе мороженое. Погумена гликижма. Раз, два, три, четыре. Четыре вида, 12 штук. Что они из себя представляют? Это вот такие вот соки замороженные. Разные. Белые, желтые, зеленые, розовые. Вот. Сейчас я их положу в холодильник. Ну-ка, давайте сюда. Так. Дальше что купил? Вайс купил кофе. Кофеечек. Кофеек. Кофеечек. Кофеек. Вайс купил себе Ариани. Этот типа жидкого йогурта. Типа кефирчика. 1,5% жидкости. Я купила что-то такое китайское, азиатское написано здесь. Суп азиатский, наверное, да? Не знаю, как. Ну, вот такой вот. Тут вот, видите, наверное, капусточка, а здесь всякое остальное уже что-то другое. Я это сейчас открою. Вот с этим и вот с тем. Как наверну? Ну, не наверну, конечно, попробуем. Так, это мы брали с собой на море. Дин купил себе такую салями. Колбашку салями. Салями Айрис. Это копченая колбаса, да, называется. Так, купили вот такие десертики. Два штучки. Где они тут? Два штучки. Вот они. Вот десерт. Какао десерт. Так, купили вот такие. Вот такое мороженое ванильное. Вы уже у меня его видели. Очень вкусное оно. С печеньками и белое, и шоколадное. Тоже все. Мороженое быстро уходит. Такой фета. Купил себе, он покупает сейчас маленькое, чтобы не портилось. Съели, снова купили. И наше молоко. Вот такое вот, 3,5% жирности, 1 литр. Вот наше. Так, все, две пачки. Вот, и все это наша закупочка была. Сейчас скажу, на сколько евриков. Евриков мы заплатили 28 евро 84 цента. Девочки, мне вот так слоятся ногти. И не знаю, что делать. Все в основном. Особенно вот эти вот. И до такой степени больно. Они же прям там отходят от этого самого, от мяса. И так больно. От кожи. Не знаю, что делать мне с этими делами. Вот. Цены вот такие вот. Вот. И стоит вот столечко. Ну все, вот что можно купить на 8 евро 84 цента в Лидле на данный момент. Ну там, конечно, можно купить разное, кто сколько чего хочет и как хочет. Вот это было стоило 5 евро, сейчас стоит 4 евро, уценка на него. И вот это тоже уценка, и вот это тоже уценка. И вот это тоже китайская, ну не китайская, а азиатская написано, уценка. Все, остальное все по собственным ценам идет. Пока-пока, до встречи.